В Эжинском районе столицы обнаружен склад алкоголя с признаками контрафакта. Операцию проводило Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коме. Силовики подчеркивают, это крупнейшая партия нелегального спиртного, выявленная за последнее время. Роман Истомин узнал детали. Места нету. Зафиксировали, да, или как? С виду обычная бутылка с вполне узнаваемым брендом. Есть все признаки заводской упаковки и даже акцизная марка. Вот только соответствует ли содержимое установленному качеству? Главный вопрос. Следователи быстро распознают нелегальный алкоголь. Значит, стоит дата изготовления. Тут не видно, замыто. 20.01.11. На этой бутылке получше видно. 20.01.11. Дата изготовления бутылки стоит 12-й год. Подозрения силовиков вызывают не только расхождение с датами, но и подлинность акцизных марок. Впрочем, и сами коробки не соответствуют требованиям. По правилам, тара должна первоначально содержать информацию об изготовителе и содержимом. Однако, чтобы разобраться, что где лежит, сами кладовщики отмечают партии бутылками. Вот одна бутылка одного вида, значит, наименование. Это все коробки? Это все одна и та же водка, вот, которая выставлена одна. Вся эта продукция вполне узнаваемая потребителям и давно перетягивает на свою сторону ценой и простотой тары. Но сам продукт порой выходит, что ничего и не стоит. И это казалось странным до сегодняшнего дня. Наименований пока неизвестно, но предположительно по нашим подсчетам тут около 6 наименований, но, соответственно, весь склад данной алкогольной продукции. Полицейские на месте изымают не менее 120 тысяч пол-литровок с признаками подделки. Выручка от реализации контрафакта могла составить для владельцев более 15 миллионов рублей. А вот потребителям в дни новогодних каникул могло и изрядно подпортить настроение. Вся продукция была изъята, ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Коми. По результатам исследования будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, то есть производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной сертификации. Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Сейчас оперативники пытаются выявить поставщиков и покупателей подпольной продукции, поскольку, исходя из объема, очевидно, сбыт был налажен довольно широко. Роман Истомин, телеканал «Юрган», при содействии пресс-службы МВД по Коми.